18 января в 1 час 29 минут на 351-м километре автодороги Сургут-Салехард около города Муравленко произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись легковой автомобиль «Лада» и автогрейдер. По предварительным данным, 26-летний водитель легковушки, которая двигалась по направлению в Губкинский, не учел безопасную дистанцию, вследствие чего и произошло ДТП, в котором пострадали 4 пассажира «Лады». На сегодняшний момент у нас 3 погибших. Это водитель легкового транспортного средства, также пассажир, который располагался на переднем пассажирском сидении. Это женщина 2003 года рождения. А также погибший пассажир, мужчина 95 года рождения и сам водитель. В том числе один пассажир 93 года рождения сейчас находится у нас в медицинском учреждении города Муравленко. Ну, в критическом состоянии. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Сотрудники госавтоинспекции в очередной раз призывают автовладельцев быть бдительными на дороге и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.